Постановкой шоу занималась московский режиссер Ольга Ненастьева, которую вдохновляла уже сама Русудан Кобякова эскизами своих нарядов. Она присылала мне саундтрек, который ей нравится. И на основе этого саундтрека уже мы как-то дорабатываем и подбираем другую музыку. И у нас получается некая музыкальная история тоже. То есть шоу – это всегда несколько стаж. Это девочки, это звук, это световые какие-то эффекты. И в данном случае мы решили, что это будут декорации. То есть история получился некий такой микс. То есть какая-то такая, наверное, выдуманная сказка, которая должна рождаться вместе со зрителями вот непосредственно на подиуме. Уникальность дефиле заключалась еще и в том, что оно сопровождалось флористическим шоу. В слиянии двух дизайнерских направлений родился этот фэшн-спектакль. Не побоимся так назвать увиденное.